Here's Johnny. Ну что, друзья, как говорится, от судьбы не убежишь. Как бы я ни уворачивался от Моза, он все-таки нашел меня. Вы только вдумайтесь, ребята, было всего лишь два человека, с которыми я бы не хотел ни в коем случае пересекаться. Это Фаворит, с которым я встретился, и Моз. Я не понимаю, как так получается. Ну вот как так получается? Кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, хоть кто-нибудь. Главное правило этой жизни. Никогда нельзя говорить, вот только бы не он попался. 100% попадется именно он. Ты уже второй раз на это попадаешь. Я надеюсь, на третий раз тебе хватит ума так не говорить. Спасибо, Костя Ставр, за то, что объяснил мне, как это работает. Все, теперь буду только мечтать о Мозе и о Фаворите. Ну, это уже к следующим, так скажем, кубкам. Ну что, в прошлом матче я отлетел от Кости. Больше я не буду жаловаться на жребий, на пики, ну его нахер, я понял, что это себе дороже, поэтому эх, как хорошо, что мне достался Уругвай. И как же прекрасно, что против меня будет сейчас играть Моз, у которого Дания. А я вам напоминаю, что Моза я ни разу в жизни не обыгрывал, ни разу, сколько бы я раз с ним не играл. Играет он очень душно. В прошлом туре он отлетел от Фарлана, кстати, счет я угадал. Насколько бы сильно команда не была у Моза, мне кажется, Фарлан тут должен забрать свое. Допустим, счет будет... 3-0. Чпонька не меня на моем же диване. Собственно, давайте же взглянем на состав Моза. Выглядит он вот таким вот образом. И что я могу сказать? Команда мощная, базару зеро. Если бы не Моз, наверное, я бы пикнул Данию, нежели Уругвай, потому что тут со всеми позициями у них прям все супер, топчик. Посмотрите, даже ПЗшник есть. Бан. Ларсен, 95 скорость, 92 удар. Есть Брайт Уайт, 93 удар, 94 скорость. Что это за статы? Что это, блядь, за статы? Еще и Долберг, у которого 97 удар. Закошмарит он меня сейчас, чувствую, своими карточками. На заменке даже вот два быстроногих чела есть. Эриксон не стану выбивать. Единственное, за что я респект выражаю Мозу, за то, что он играет на своем аккаунте. Респект. А мне, ребята, остается надеяться и верить, что сегодня я покажу лучшую игру, чем в прошлом туре против Ставра. К сожалению, не получилось ничего показать. То ли Костя такой сильный, то ли я такой лох был в прошлом туре. Но так или иначе, жаловаться больше не буду ни на что, ни на пики, ни на судейство, ни на жребий. Все прекрасно, лучший кубок. Спасибо за Зергейка Ферны. Все-таки я головой, наверное, тоже понимаю, что если отталкиваться от каких-то результатов, то Уругвай, наверное, не должен был доходить до меня так. Ты что здесь делаешь, Гомес? Ну-ка, свалил нахер. Собственно, все. Давайте сейчас пригласим Моза. Сразимся в этой равной, я надеюсь, битве. Ну или не равной. Ну, типа, в мою пользу. Вы поняли, да? Для уверенности я хапну йогурта. Так скажем, чтобы немного в себя прийти. Так, ушки нахер. Нужен тут серьезный настрой максимальный. Ну что, Моз? Однажды я обыграл своего злейшего врага под никнеймом Фаворит. Настала твоя очередь. Как вам такая пафосная речь? Звучало убедительно? Ну и перед началом видеоролика, ребята, напомню вам о своих спонсорах. Это легальная букмекерская контора Bad Boom. Олимпийские игры вовсю рубятся, и завтра пройдет нереальная каточка. Бразилия будет играть против сборной Испании. И свою ставочку можете сделать по закрепленному комментарию. Мой промокод даст вам уверенности. До 2000 фрибетов можете получить, как понимаете. Ну и всем спасибо тем, кто зарегистрировался, и тем, кто зарегистрируется. Всем респект. А если вам нужны монетки, ребята, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin к вашим услугам. Ссылочка также будет в описании. Ну где ты, Моз? Давай уже! Нет времени ждать! Наверное, сидеть, делать там, блин, не знаю, опять Википедию открыл и рассказывать, что же там Уругвай охуительного сделал в нашей жизни. Я все правильно понимаю, Моз, да? Ебать, как всем не похуй, у какой там сборной были какие трофеи. Если мне надо, я просто зайду погуглю. Давай, блядь, поехали, блядь. Я уже хочу наконец-таки натянуть тебя. Ну или ты меня. Это как получится. Ой, друзья. Дания. Надо успокоиться. Просто надо успокоиться. Я уже обоссался от одного логотипа и названия. Я играю с Мозом. Ну не, ну как, сука? Судьба, блядь, злодейка нахуй сшаманила меня, блядь, против Фаворита и против Моза. Два душнил, блядь. Давай, блядь, поехали. Кто такой нахуй Моз? Да все забыли, кто такой нахуй Моз. Надеюсь, он действительно разучился играть. Потому что, опять же, напоминаю, что я его ни разу не обыгрывал. Ни разу. А играли мы, ну, матча 3-4, как минимум точно. Вот. Три моих нападающих слева направо. Росси, Суарес и Кавани. А это Моз, чекайте. Так, я играю на своем стадионе, что, по идее, должно придать мне уверенности. Пау! Все, друзья, вот она, ребята. Матч века. Делаем сразу же вот такой вот заброс на Кавани! Блядь, чуть не прошло, друзья! Ёбушки-воробушки, Кавани чуть не забивает, блядь. А, это еще угловой. Кто ожидал такого начала? Я думаю, никто. Ладера, подача на Кавани! Черт возьми, я уже чувствую, как учащается мое сердцебиение. Надо как-то
Перекрыть, ага. Вижу, читаю. Блять, ну нет, ну не в первой же атаке. Ты не смеешь, ты не имеешь права. Бля, ну как он катает? Я просто в аху, тихо. Блять, ну отбери! Блять! Как, блять, отобрать этот ебаный мяч, блять? Сучий мозг, блять. На, нахуй, полетели, блять. Полетели, ебать. Чё я делаю в атаке, бля, боже. Бля, ну с первой же атаки пропустить, я в ахуе просто, блядь. В первой же ебаной атаке от моза пропустить. Ой, бля, как меня заебали эти задроты ебучие, блядь. Как он катает, да сучий моз, блядь. Ну опять же, ну касаясь того, что он хуже меня играет, ну это пиздец. Я вообще ничего сделать не могу. Просто ебаный задрот, блядь. Блядь, ну отобрал мяч. Давай, Росси, беги! Хорош, Росси! Беги! Беги, сука, беги! Тварь ебаная, блядь! Просто как он, блядь, сейчас не забил нахуй. Если такие моменты упускать... Ой, ничем хорошим это, блядь, не кончится. Давай. Блядь, ну дойди, сука, ну не было офсайда, не дошло. Бля, ну Мосс вообще не спешит, ну он прям вообще не спешит. Я читал этот ебаный, блядь, ебучий пас, блядь. Ой, а вот это я не читал уже. Так, медленно раскатываем. Бля, ну заебись, у меня травмирован. Я в ахуе, блядь, у меня кто-то травмировался. Ой, бля, вроде это как Росси был. Кавани. В дальний! Штанга или что, блядь? Он, бля, как он так плохо ударил? Ну пиздец, блядь, он в створ даже не попал. Блядь, ну Мосс, ну ты душишь меня, что ли, блядь? Ну ты реально будешь сейчас на своей половине перепасовываться вот так вот долго. Бля, ну реально душнило же, ну душнило просто, ебучая. Бля, как он пасуется, я в ахуе просто, блядь. Как это остановить, блядь? Съебался. Ну отбери, блядь, ну Нандес, ну сколько можно? Пошел нахуй, блядь, ебаный жребий, блядь. Какого хуя, блядь, ебаный мозг, блядь, мне попался. Ебучий мозг, блядь, иди нахуй, блядь. Последний вагон, блять, он запрыгнул, блять, нахуй. Заебал ты меня, блядь. Ебучий мост, блядь. Ой, блядь, ты заебал мост. Ты просто заебал этими переводами, этими пасами, блядь. Я не знаю, за счет чего я должен выиграть этот матч. Я почему-то так и думал, что именно вот так вот все и сложится. Мозг, которого я никогда не обыгрывал, продолжает меня обыгрывать. Ну, он просто разъебывает меня, я ничего сделать не могу. Не сказать, что я сейчас, блядь, сильно нервничаю, я просто сейчас злой просто. Просто я не понимаю, как, блядь, он так катает. Ну вот что это за контроль, блядь? Как нахуй мячи отбирать? Ну вот здесь я уже сам отдаю, я спешу. Блядь. Он возит меня, он просто возит меня. Ну, посмотрите, что я сделал. Ничего сделать не могу, он просто катает туда-сюда, блядь. Я, наверное, скажу страшную хуйню, но Мосс по ощущениям играет круче, чем Ставр. Ставр так душно не возил меня. Давай, на 45-й. На 45-й надо заколотить, ребята. Просто заколотить. Угловой или чё? А, он даже не даст угловой. Пизда, блядь, ребята, я в тильте полном. Я не знаю, чё я должен предпринять, чтобы этого ебаного Мосса обыграть. Да скипни, блядь! Этот ебаный, блядь! Фух, всё спокойно. Блять, ну скипни, блять, хули ты меня бесишь, ты меня и так бесишь, блять, ебучий мозг, блять, ты еще эту хуйню смотришь, блять, бля, вот как эти люди выглядят, я думал всегда, кто, блять, нахуй смотрит эти ебаные, блять, заставки, бля, вот кто, блять, 64 владения, добрый, блять, ебаный вечер, сука, не знаю, что делать, не знаю, он сейчас еще эту ебаную паузу будет сидеть смотреть, спасибо, блять, огромное, нахуй, ну давай, блять, снова покатаем, давай, и туда, назад, блять, давай, голкиперу отдай еще, блять, что еще, блять, давай, блять, нахуй спешить в атаку, назад, давай, хорош. Хорош, блядь, Мосс, давай, еще назад, да. Как ты вперед, ты что, дурак, что ли, блядь? Как с такими душнилами, блядь, нахуй, получать удовольствие от этой ебаной, блядь, игры, сука? Бля, я просто засыпаю, нахуй, я просто, блядь, засыпаю, сука. Я вот уже на грани рейдж-куита, ну, посмотрите, как он катает. Ну, что это за ебаная душнила, блядь? Блядь, офсайд, ебаный, блядь, офсайд, ебаный, сущий, блядь, офсайд. Он опять назад дает. Как ты меня заебал, блядь. Как ты меня заебал, блядь, Мосс. Просто ты не представляешь. Ты меня заебал до начала матча. Еще в матче, блядь, заебал. Давай, назад, давай. Да назад, давай. Зачем ты вперед даешь? Ты что, сумасшедший? Вот, блядь, потеря. Давай, немецкую ебаную, блядь. Беги, Кавани! Кавани! Сосать, блядь! Сосать, блядь! Мосс, блядь, ебаный, блядь. Ща поиграем еще. Ща еще поиграем, блядь, нахуй. Погнали, блядь. Ща поразвлекаемся, сука. Но перед этим, ща будет 50 тысяч душнильских пасов.
Сейчас, блядь, заебет меня, чувствую, чувствую. Ну ты, блядь, реально издеваешься надо мной, блядь. Или это твоя тактика заебать меня просто в край нахуй? Да, он реально решил заебать меня, просто заебать. Хорошо, надо тоже немного повладеть. Блядь, не туда давал, хорошо. Нахуй! Сука, так слабо! 65-я, есть еще шансы, друзья. Ну, блядь, ну, мозг, как ты заебал? Ну, как он много пасуется на своей половине? Ну, это просто заеб тысячелетия. Блядь, пизда, сейчас может быть... Без пенки. Да без пенки! Ну, что здесь было, блядь? Чисто в мяч, я сначала в мяч ударил! Просто сначала в мяч ударил, блядь. Я не верю в фэрплей от Моза. Просто не верю. Просто не верю и все, блядь. Хорошо! Отбились, блядь! Сука, блядь. Блядь, хуёво дело. Хуёво дело. Как его догнать? Я не ебу, как его догнать. Какой у него там пейс? Миллиард? Ну, хуй ты встал. Мяч первый. Первый на мяче. Хорошо. Дальше. Дальше! Да, нет! Ну ты не имеешь права! Блядь, ну Суарес, ну удары 99! Или 98! Ну как ты, сука? Бля, ну друзья, ну это справедливо. Ну это, блядь, справедливо. Этот хуй сейчас опять будет, бля, владеть. Блядь, ну ты посмотри на эту мразь, блядь. Он просто тянет время, блядь. Сука, блядь. Паный мозг, блядь. Как долго он разворачивался. Блядь, он опять назад дает, ты заебал! У меня нервный срыв сейчас будет, ребята, с этим ебаным мозом. Блядь, как Суарес там не попал, ребята, ну блядь, ну давай назад! Тихо. Куда давать? Куда? Ну откройся, Суарес. Бля, куда ты даешь? Блять, он заебал, он опять катает, блять. Ну что он делает? Ну как ты меня заебал, мозг? Ну все, блять, я проебал. Я проебал ебаному мозу, блять. Просто проебал ебаному мозу, блять. Пошла нахуй игра, просто пошла нахуй игра, блять. Как и ты, блять, ебаный мозг, блять. Просто иди нахуй, блять. Игра, блядь, ебаный гондонский соперник, блядь. Как этот ебаный долбоеб Суарес не попал в блядском том моменте, блядь. Опять я хуйню пропускаю, что это за танец, блядь? Что это за ебаный танец, блядь? Что ты, блядь, кружишься, блядь? Долбоеб, блядь. Что это за Бенни Хилл, блядь? Шоу ебаного Бенни Хилла, блядь? Что это? Кто мне объяснит, что это за хуйня, блядь? Еще этот долбоеб Кавани, оказывается, блядь, здесь в штангу попал. Просто в штангу здесь попал, блядь. Сущий игра, сущий мозг, блядь. Просто, блядь, всего плохого нахуй тебе в жизни желаю, блядь. Блядь, спасибо за игру. Иди нахуй, просто иди нахуй. Все, я его в ЧС бросаю, блядь, нахуй. Заблокировать. Хуйня ебаная, блядь. Этот мозг реально меня душил хуже, чем фаворит, блядь. Своими ебаными! Перед катками, блядь, на своей половине ебаного поля, блядь. Все, ребята, врываемся в 2-2, блядь. Спасибо, блядь, ебаному мозу за игру. Спасибо этой ебаной игре за то, что Суарес с ударами 98 не может, блядь, с 9 метров попасть. Всем спасибо за внимание, блядь, и всего плохого, нахуй. У меня просто, блядь, все. Тильт.